зенитно-ракетных войсках ВВС СПО Республики Беларусь стоят такие комплексы, как С-300, С-400, ТОР-М2, зенитно-ракетный комплекс БУК. Данные комплексы на сегодняшний день являются одни из совершенных в вопросах уничтожения воздушного противника во всех диапазонах высот. Постоянно идет совершенствование системы зенитно-ракетной обороны, в частности, которая строится зенитно-ракетными войсками, в вопросах закупки, модернизации зенитно-ракетных комплексов. Данный вопрос осматривается с учетом анализа ведения специальной военной операции, где себя показывают в лучшую сторону такие комплексы, как «Панцирь», «СМ», комплексы конкретно С-400, «БУК» российского производства, что определяет в последующем выбор данного комплекса постановки на вооружение в наши вооруженные силы. На сегодняшний день белорусский военно-промышленный комплекс работает с максимальной отдачей, и уже взяты на вооружение такой зенитно-ракетный комплекс, как «БУК-МБ», который в ближайшее время поступит в войска. Постоянная подготовка личного состава осуществляется не только на территории Республики Беларусь, но и на территории Российской Федерации. Также в рамках проведения боевых пусков на территории Российской Федерации полигонов Ашулук, Капустин-Яр, что постоянно показывает высокий уровень расчетов зенитно-ракетных войск. Напряженная обстановка, особенно в воздушном пространстве, на южных рубежах нашей страны заставляет нас дополнительно назначать силы и средства, ставить на боевое дежурство дополнительные подразделения, вводя их в назначенные районы по прикрытию южной границы, а также критически важных объектов нашей Республики Беларусь. И сегодня, в день зенитно-ракетных войск, хотелось бы в первую очередь поблагодарить военнослужащих, стоящих на боевых постах, несущих боевое дежурство по защите нашего мирного неба, а родных и близких за понимание той ответственности, которая лежит на их плечах.